17 ноября в Институте международных отношений, истории и востоковедения стартовал первый день саммита B20. Это уже третья модель большой двадцатки, которая проводится в Казанском федеральном университете. Организаторы мероприятия – Казанский клуб экономической дипломатии. Важно отметить, что теперь модель саммита вышла на новый уровень и стала всероссийской, поэтому принять в ней участие смогли не только студенты Казани. Что для нас очень важно, модель наконец стала всероссийской. То есть не только для казанских студентов. Это площадка для того, чтобы студенты могли отточить свои навыки в публичной дипломатии, в выступлении, в самопрезентации, а также в умении находить компромисс. Они в течение работы комитетов будут писать декларацию. Декларация – это решение конкретной проблемы, поставленной в повестке дня комитета. В этом году саммит будет работать 2 дня и закончится 18 ноября. В рамках мероприятия было создано 4 комитета, каждый из которых не только занимается своей тематикой, но еще и проводится на разных языках. Олег Кашин, Роман Самарин, Универньюз.